В прошлом выпуске новостей в постоянной рубрике «Дежурный по району» мы подняли тему отсутствия воды в микрорайоне Купеленко. На протяжении 4 суток в домах по улицам Березова, Ермолинская и Фокина наблюдались перебои в подаче холодной и горячей воды. Как удалось выяснить, в администрации Ленинского района на одной из 7 скважин водозаборного узла произошла авария и прорыв трубопровода, по которому вода и поступает в дома. По причине того, что поломка пришлась на выходные дни, когда наблюдается повышенный забор воды, осуществить ремонт было сложно. Было принято решение эксплуатирующей организации на кратковременную остановку подачи воды для того, чтобы не загубить полностью насосы погрузные, находящиеся в скважинах, и насосы перекачки из этих резервуаров в дома. Они впустую без воды качать не могут. Значит, было принято решение о кратковременных остановках подачи воды на 1-2 часа. По словам Александра Кузнецова, за это время резервуары снова наполнялись и подача воды в дома возобновлялась. Из-за перебоев вода не успевала нагреваться, поэтому горячей воды не было более продолжительное время. Я предполагаю, что у людей сложилось впечатление о том, что не было воды в течение продолжительного времени, но, очевидно, попадали на отключение, ну, открыв воду один раз, да, подойдя там через 4-5 часов, опять открыв воду, попадали на тот момент, что нет воды. С управляющей компанией проведена работа уже разъяснительная о необходимости своевременного и четкого информирования жителей. Параллельно информация должна была быть размещена на сайте управляющей компании. Сейчас по резервной линии вода поступает без перебоев. В ближайшие дни авария на водозаборном узле, как обещают, будет устранена. Как отметил заместитель главы, одной из причин поломки могло послужить расслабленное отношение эксплуатирующей организации к контролю за качеством процесса работы. Управляющие и ресурсоснабжающие компании поставлены на авидь.